Итак, добрый день гостям, подписчикам моего канала. Сегодня я покажу, как соединить две рыболовных лески или два плетеных шнура. Это способ еще из СССР, печатался в брошюрах, в альманахах «Рыболов-спортсмен», также в журналах «Рыболов». Самый простой и надежный способ. Давайте начнем. Вот у меня азбука рыболова, например. Здесь как привязать, как насадить. Все насадки, как привязать крючок. Тут, кстати, вот реально 50 рублей было с этим, вот с этой мушкой. И вот он, вот этот вот способ. Самый легкий способ из СССР. Сейчас мы его вам покажем. Смотрите, мы берем две лески. Очень простой способ. Способ, как я привязываю поводок, только мы соединяем две лески. Смотрите. Продеваем две лески. Прокручиваем одну леску. Раз, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Прокрутили одну леску. В это отверстие. Вот так вот в это отверстие. Тянули. Все, пока не затягиваем. Не затягиваем. Здесь вторая леска. То же самое. Видите, она продетая. Здесь то же самое делаем. Прокручиваем 7 раз. Вот, все. И это все дело затягиваем. Мочим и как следует затягиваем. Получился вот такой вот узел. Такой узел лишнее мы можем отрезать. Вот такой вот самый простой и надежный узел, как соединить две лески. Лишнее мы отрезаем. Вот он, самый простой. Вот он, самый простой и надежный узел, как соединить две лески или две плетенки одним узлом. Итак, на сегодня все. Всем, кому понравилось, как всегда, подписываемся и ставим лайки. Также подписываемся на мой инстаграм и мою группу «Рыбалка кулинарии ВКонтакте». Ссылочки будут в описании. Всем пока!